Журнал капитана. Звездная дата 53896. Беллана Торрес запросила разрешение взять Дельта Флайер для поиска Димития. Сияющий Вояджер вдали от дома, вдали от мерцающих городов Земли. Упрямая Беллана Торрес и молодой Гарри Ким быстро улетели с Вояджера на Дельта-флайере на поиски сокровищ. Я убрал паруса, но море штормит. Возможно, стоит вернуться? Я знаю, что делаю. Волна огромная, как гора, накрыла Дельта-флайер. Перейди в спасательную капсулу. Мы умрем вместе. Никто не собирается умирать. Иди! Молодой Гарри Ким покинул борт, а Беллану Торрес выбросила на скалы. На скалы у самого нашего берега. Где я, поэт Келлес, нашел ее? Израненную, умирающую. Она рассказала мне свою историю. А теперь я рассказываю ее вам. Продолжаем идти к четвертой планете. На сенсорах видны естественные залежи делития почти на каждом континенте. Вас понял. Ваше варп-ядро повреждено? Да, мы идем на маневровых двигателях. Вы можете отследить нашу позицию? Я шел через те горы. Я увидел яркий след в небе и услышал ужасный звук. Когда я подошел, то нашел вас. Я обработал ваши раны. Вы уже дали мне одну пьесу. История, рассказанная теми голосами. Я связал их, пытаясь заполнить промежутки. Вы создали пьесу из наших журналов? Десантное задание Беллана Торрес. Мой покровитель был впечатлен. У него великолепный вкус. Спасение Белланы Торрес. Мы начинаем с того, что Гарри Ким добирается до Вояджера в спасательной капсуле. Он говорит капитану Джейнвей, что Беллана Торрес потерялась. Мы продолжаем до момента, где они находят кусок Дельта-флайера. А после этого... Просто. Они ищут Беллану Торрес. Беллана Торрес находится... Или не находится. Или не находится. Конец. По мне так все просто. В этом-то и проблема. Где интрига? Внезапный поворот сюжета? Где загадка в личности кого-то из персонажей? И кульминация? Момент истины, когда эта загадка раскрыта? Поворот событий? Когда ситуация меняется в мгновение ока? Найдите истину в вашей истории, и вам не понадобятся все эти уловки. Не знаю, как у вас за Восточным морем, но здесь поэты стали ленивыми. Они полагаются на манипулирование, чтобы волновать аудиторию. Но это не всегда верный путь. Добро пожаловать! Компьютер, сохранить исправление и открыть первую главу.